Смотрите, какие у нас тут рептилии и ящерки бывают. Вот они обычно ползают по стенкам, а этот завис на листке. Сначала он завис с другой стороны и в другой позе. То ли он спит, то ли притворяется, что его тут нету. Наверное. Вот, но чуть-чуть стоит как-то шелохнуться, он моментально жик на другое место перебегает. Вот такие чудеса. Ну что, дернуть его? Ой, где он? Пошатнуть? Нет. Притворяется, притворяется. Ой, не резко. Ну ладно. Опа. Давай, друг. Тебя снимают. Кот пробежал. Кот там за листами сидит. Не, он все-таки решил притвориться, что он мертвый. Опа, опа, все. На это что?